Иногда жизнь на карантине проходит вот так. Иногда жизнь на карантине проходит и так. Но потом вам в компьютер, планшет, телефон, куда угодно приходит Лера Сенцова. И начинается такое. А начинается полное айнене. В общем, спасибо, Лерочка, за то, что не давала нам скучать на карантине. И всем девочкам из театра Tribal Dance Full Moon огромный привет и спасибо. Итак, на повестке дня. Фиг знает, какой день карантина. Но мы не унываем, потому что мы занимаемся онлайн с Лерой Сенцовой в нашем Full Moon Tribal Dance. Я ей очень благодарна за это, потому что за весь карантин я, слава богу, не набрала ни одного килограмма, хотя могла. Очень хорошо, что все обходится. Спасибо тебе, Лерочка, но очень надеемся, что все это закончится, и мы скоро начнем снова подготовку к фестивалю и снова наши постановки. А пока что, приходится утешаться едой. Пока. Нас, театр танца Full Moon, не минула волна карантина. Начались вынужденные тренировки онлайн. Если честно, это не мой формат тренировок. Я на трэше хожу не только и не сколько за техникой. Мне важнее общение. И если вживую Лера может разжевать каждое движение, даже для таких слоупоков, как я, то онлайн этого не происходит. Да и так, в общем-то, проще себя пожалеть, бросить вызов пыли на мозгах и организме, добить связку. Это ж тяжело. Это ж коврик так манит. А тут Лера заставляет шевелить всеми частями организма, причем в определенном порядке. Но, Лерусик, спасибо, что не оставила нас в это время. Спасибо, что каждую неделю висело расписание, пробуждавшее шевелиться. Если прогуливать, то занимаясь общественно полезными делами. Девочки, я так по вас соскучилась. По шуткам-прибауткам, по гуману, щебету и разговорам о пожарных с котятами. До встречи уже скоро. Лерусик, спасибо тебе большое за все, что ты для нас делаешь. Мы тебе всегда это говорим и вот еще раз напоминаем, потому что так объединяет нас всех, общие идеи, общим делом. И, ты у нас просто зажигалочка, вот. И если бы не ты, карантин однозначно проходил бы намного скучнее. Но, с другой стороны, есть очень много положительных моментов, даже несмотря на то, что мы сидим дома, во-первых. Если бы не карантин, вряд ли бы мы добрались до разбора АТС такого подробного, что, я не знаю, мне кажется, даже самый вот не очень быстро думающий человек все понял и уяснил в своей головушке, как нужно двигаться, что, куда. И, главное, связал движение с названиями, что немаловажно для теории. Мне кажется, без карантина мы бы до этого никогда бы не добрались. Еще сагаты. Сагаты — это круто. Очень жаль, конечно, мне, что у нас не так много активистов по стороне сагаты. Вот уже сколько лет мы учим АТС, а мы его учим, мы его никак не можем выучить. Он проходит все-таки без сагата. Хотя с ними он гораздо интереснее и разнообразнее. В общем, за сагаты огромное спасибо. Техники всякие, растяжки я не посещала, но я уверена, что там тоже все очень хорошо было. Вот. В общем, спасибо за веселый карантин. Вот что я могу сказать. Карантин — время очень-очень странное.
Все растерялись, но не наша фулмуновская команда. Благодаря нашему тренеру, вдохновителю, хореографу, великой выдумщице и прекрасной танцовщице Валерии Сенцовой, мы весь карантин, все 2 месяца, усердно тренировались и утром, и вечером, научились очень-очень многому и поддерживали себя в форме. И что радует, очень скоро мы встретимся все-все вместе, не только в скайпе, но уже в нашем любимом уютном зале, где очень-очень просторно, и нам не придется выискивать место между шкафом и диваном, чтобы активно потанцевать. Всех вас очень люблю и очень жду момента нашей встречи. Всем привет! Хочу выразить слова благодарности замечательному человеку, прекрасному преподавателю, великолепной танцовщице Валерии Сенцовой. Лера, твои тренировки просто огонь, а образы и танцы так же разнообразны и непредсказуемы, как погода за окном. Оставайся всегда такой же классной. Хочу сказать огромное спасибо нашему тренеру Валерии Сенцовой за то, что она не давала нам скучать на карантине, за онлайн-тренировки, за создание челленджев разных, за то, что видео предлагала различные записать. Мы шевелились, мы не скучали, и мы занимались. Очень скучаю по всем. Лерочка, ты тренер от Бога. И очень жду встречи с 1 июня вместе с девчонками на наши тренировки и на наши репетиции. Всем привет! Привет! Наконец-то мы возвращаемся к нашей обычной жизни и к нашим обычным тренировкам в зале. Онлайн тоже было неплохо. И неплохо, что такие тренировки были. Но трудновато было приходить домой с работы и не соблазниться на диванчик, на холодильничек, на детективчик, на телефончик, а включить скайп и заниматься. Хотя телефончик, как ни включи, Facebook Лера танцует, Instagram Лера танцует, на Ютубе тоже Лера танцует, гибкая, стройная, ну какой тут может быть холодильничек, детективчик, диванчик. Включала и тренировалась. Спасибо, Лера, что заставляла в кавычках двигаться, тренироваться, танцевать, растягиваться. Спасибо за такое разнообразие тренировок. Было здорово. И надеюсь, до встречи в зале. Приветики. Так получилось, что мы сидели на карантине, но мы не просто сидели, мы танцевали благодаря Лере. Лера, тренировки были очень здоровские, это очень помогло освоить базу АТС-ную и вообще прокачаться немножко в трайбле. В общем, я хотела поблагодарить тебя от всей души. И на самом деле очень здорово, как бы там ни было, что у нас появилась возможность заниматься даже в таком формате. Для всех это, конечно, было испытание, но мы его преодолели. Мы теперь знаем, если что, как с этим работать, и, возможно, это даже наоборот будет для тебя профитом дальше развиваться в этом направлении и даже организовать онлайн-школу для тех, кто хотел бы заниматься с тобой. Мы бы тебя поддержали в любом случае, и очень здорово, особенно очень классно, когда мы снимали ролики. В общем, всем это поднимало настроение, и не только танцовщицам, но и всем домашним. В общем, я тебя очень благодарна. Чмок. Ирочка, с нетерпением жду окончания этого всего кошмара, когда наконец-то мы сможем увидеться нашим большим любимым коллективом и все-таки начать продолжить делать эти постановки гениальные твои и дарить людям красоту и нести радость.